Всем привет, друзья! Сегодня у меня есть очень хорошая новость для людей, которые хотят приобрести колясочку для своего любименького ребеночка и не хотят переплачивать за какие-то именитые бренды, но в то же время, как нормальное явление, никто не хочет купить что-то некачественное. Вот сегодня у меня как раз-таки на обзоре колясочка, которая имеет просто удивительное соотношение по цене к качеству. Мы когда получили эту колясочку, я не знал еще, сколько она точно стоит, и прикидывал, минимум процентов на 20-30 дороже, чем она реально стоит. Напомню, ссылочка внизу в описании на эту колясочку, на магазин First Buggy, первая коляска. Пройдите, посмотрите, но сделайте это после обзора, чтобы вы уже понимая, что вы будете смотреть, потому что цена действительно очень крутая за такую очень интересную колясочку и качественно собранную, замечу. Вот, это у нас бренд Labala, Race модель называется, комплектация 2 в 1. И как по мне, колясочка действительно очень интересно выглядит, хорошо сделана и соответствует, в принципе, всем требованиям, которые для городской эксплуатации коляски нужны. Начнем изучать сверху вниз, начнем с люльки. Сразу хочу сказать о материалах. Материал — это такая, знаете, ткань, которая... Скажем так, она не очень мягкая, не очень такая нежная, достаточно плотная, но в меру, все, естественно, в меру здесь сделано. И она очень хорошо себя показывает как в долгосрочной эксплуатации. Если там уже двоих-троих детей откатаете, она будет все равно в таком же виде. Это очень живучая ткань, которую легко почистить. В общем, она практичная и долгоиграющая ткань. Смотрите, здесь реально большой козырек с возможностью вот так вот откинуть и сделать проветривающее окошко с москитной сеточкой. Замечу, здесь все на магнитиках. В этом ценовом сегменте магнитики действительно интересно увидеть. Вот, на ручке у нас есть ручка для транспортировки, точнее говоря, на козырьке. Единственное, из недочета лично, чтобы я сделал, вот эта часть, видите, она белая, и вы будете все время браться, и рано или поздно эта часть будет, соответственно, темная. Здесь обычно бывает, вырезают ткань, делают эко-кожу или еще что-то, чтобы можно было переносить и не пачкать ткань. Мои личные наблюдения. Вот, смотрите, дополнительный козырек, который легко прячется при необходимости. Кстати, из интересного, очень высоко поднимается бортик. Для зимы это будет очень актуально, чтобы ребенку туда особо не задувало. Козырек большой, в принципе, с этим все нормально. Из того, что мне нравится, вот эта накидочка на ножке, она на замочке. Не на липучках, не на кнопочках, а именно на замочке. Легко ее можно откинуть. Вот смотрите, внутри пространства очень много. Если не ошибаюсь, 75 на 33. 75 и 33. Это крупная люлька, поэтому с вместительностью здесь все хорошо. Вот, кстати, матрасик. Тоже, в принципе, нормальный, адекватного размера, приятный, мягкий. Деревянное основание у люльки. Да, если я не ошибаюсь. Да, точно, точно, деревянное основание. Вот. И в этом ценовом сегменте дерево в основании обычно не встречается. Поэтому и я и говорю про очень, очень интересное соотношение цены и качества этой коляски. Вот, люльку давайте я сейчас сниму. И посмотрим, что у нее снизу. А у нее снизу имеются куча ножек. Это тоже далеко не везде бывает. Очень удобно ставить куда-то, не боясь, что вы там попачкаете, поцарапаете, порвете. В общем, все окей. Так, сейчас мы установим сюда прогулочный блок. Прежде чем прогулочный блок поставить, нам нужно будет с вами снять вот эти вот, скажем так, переходники, которые поднимают нам люльку от земли как можно выше. Видите, насколько выше можно поднять. И, соответственно, люльку устанавливать. Чтобы поставить прогулочный блок, их лучше снять, потому что на такой высоте блок не нужен. Ребенок туда просто не вскарабкается самостоятельно. Так, сейчас я возьму блок. Вот, собственно, прогулочный блок. Как он у нас в сложенном виде. Достаточно компактная конструкция. В комплекте идет накидочка на ножке. Сейчас мы к ней вернемся, я ее вам тоже покажу.
Блок, естественно, можно установить и по ходу, и против хода движения. Это само собой в 2-3 категории, точнее говоря, в 2 в одном. Видите, уже с креслами заговариваюсь, 2-3 категории. 2 в одном комплектация. Блок, естественно, всегда будет реверсивный. Подножечка у нас регулируется. Козырек у нас тут тоже очень большой. Вот эта секция дополнительная, ее можно закрыть, открыть, соответственно. В ней также на магнитике у нас есть смотровое окошечко с москитной сеточкой. Также, если опустим полностью лежать ребенка, будет проветриваться. Кстати, 175 градусов. Нет, 170 градусов у нас спальное место и 120 в сидячем положении. Вот, смотрите. Также вот эти бортики у нас есть, которые дополнительно от ветра защищают. Но, естественно, они небольшие, поэтому не нужно ждать, что здесь как в коконе там закрыт ребенок. Такого нет. Поэтому и нужна будет накидочка на ножки, которую я вам сейчас покажу. Что касается безопасности, пятиточные ремни, мягкие накладочки, паховые, плечевые зоны, все хорошо. Бампер у нас откидывается как калиточка, очень удобно посадить ребеночка. Подножка, естественно, регулируется. В общем, все стандартно. Вполне себе достаточно для обычной эксплуатации. А накидка здесь очень хорошая на ножке. Он большой. Вот такой вот вместительный вариант. И закрывает ребенка полностью. Вот внахлёст идет снизу на подножку. И закрывает ребенка полностью. Крепится за раму. И видите, как высоко можно поднять, закрыть. И ребенку там точно не будет особо задувать. И зимой будет гораздо приятнее гулять, когда на тебе в лицо не дует. В общем, в комплекте идет вот такая накидка. Так, что касается ручки. Ручка у нас телескопическая. Она регулируется именно вот таким образом, телескопическим. Это очень удобно, потому что при высоком росте лучше иметь телескопическую систему, чтобы не пинать коляску. И с такой системой вы дальше от коляски в высоком положении люльки находитесь. Поэтому очень удобно. Ручка обитая кокожей. Все красиво, хорошо. Вот. Давайте теперь посмотрим, что у нас из себя представляет рама. Рама. Насчет сборки сразу давайте скажу. Я всегда конкретно юзаю, давлю, там на излом пускаю колясочки. И сборка хорошая. Вообще у меня претензий нет. Особенно, когда помнишь цену, думаешь, блин, как вы за эти деньги можете так хорошо делать. Нормально все сделано, нормально все собрано. Вообще у меня претензий нет. Амортизация у нас и спереди, и сзади есть. Колеса полиуретановые с возможностью блокировки. Это естественно. Вот, из того, что мне очень нравится, тормоз здесь у нас, видите, да, что он снизу, вниз нажимаем, он заблокируется, и здесь же нажимаем на эту кнопку сверху, разблокируется. Таким образом мы не портим свою обувь, и у нас очень хороший большой багажник с хорошим доступом. В основании багажника вшиты пластиковые такие пластины, чтобы не провисал под грузом багажник и не чиркал клиренс, короче говоря, чтобы не уменьшался. В общем, в принципе, у меня вообще вопросов нет к багажнику. Все, в принципе, нормально. Так, давайте теперь попробуем ее с вами сложить. Чтобы ее сложить, что нам для этого нужно? Нам нужно вот так вот сделать и вот здесь вот дернуть за ручку. Все, я считаю, что для такой большой коляски вот так вот складываться с прогулочным блоком, это вполне себе нормально. Можно, соответственно, задвинуть ручку, и она станет еще меньше. Если нужно лететь куда-то, можно даже, в принципе, для безопасности беречься немножко от поломок, снять колеса, тогда больше вероятности, что коляска выживет в перелете. Их же там швыряют, кидают, сам просто видел, это кошмар. Вот, собственно, как складывается, как по мне, ништяк. Раскладываем. Все тоже очень просто. Опускаем. Вот. По большому счету, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Напомню, технические характеристики внизу в описании. Пройдите, посмотрите. Но один момент скажу сейчас. Весит она всего 10 килограмм у нас с люлькой и с сиденьем 9,3. Это вес обычных прогулочных всесезонок. Это действительно легкая колясочка, которая, ну, 2 в одном.
полноразмерная, с амортизацией, с большим багажником. Я считаю, это хороший показатель, что вот она нам такое нам дает за эти деньги. Вот. Собственно, я рекомендую, кто не хочет переплачивать, но получить достаточно качественную коляску для ребенка, пожалуйста, смотрите, ссылка внизу, можете приехать в любой наш магазин, у нас 11 магазинов по России, где 1 000 000 человек живет, там наверняка есть наш магазин. Собственно, и все. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока!